Здесь такое ощущение, что здесь протирают очки, и люди уже выходят отсюда уже с другим взглядом на мир. Так кратко и ёмко художница Жаухария Резванова описала новый художественный салон. Он открылся всего 2 месяца назад на базе известной в городе багетной мастерской. Уже сегодня в рядах его почитателей несколько именитых художников города и десятки любителей живописи. Здесь они приобретают не только... Они могут приобрести картину, но даже не купив картину, они могут приобрести какую-то гармонию с искусством, гармонию с природой, открыть для себя новый мир, по-новому посмотреть на, казалось бы, обыденные вещи, которые их окружают каждый день. Сам по себе новый художественный салон – это небольшое помещение общей площадью в 16 квадратных метров. Сегодня здесь можно найти десятки работ совершенно разных местных художников. Произведения профессионалов легко уживаются с картинами любителей и наоборот. Вот, например, произведение Айдара Усманова, который уже заработал себе имя в городе и республике. А рядом работы Вадима Букина, художника, который пока делает первые шаги на пути к славе и признанию. Я считаю, вот это место появилось, начало есть. Вот, в магазине «Арт-мельница» художественный салон, вот, где наши жители могут прийти и посмотреть настоящие картины художников, выполненные своими руками. Вот, столько энергии, тепла идет от этих произведений, картин наших художников. Есть на что посмотреть, есть где на что заострить внимание. По признанию соучредителей этого художественного салона, они не искали выгоды, когда брались за обустройство этого места. Куда важнее для них было дать возможность выставляться молодым художникам Нефтекамска. В принципе, этот салон сделан в первую очередь для поддержки самих художников. То есть мы со своей стороны никакого коммерческого интереса пока не имеем. И, в общем-то, оплачиваем аренду и все остальное прочее за свой счет. Только для того, чтобы наши художники как-то немножко двинулись. А в довершение поясним, новый художественный салон готов принять посетителей каждый будний день, а также выходные. Режим его работы соответствует графику багетной мастерской под названием «Арт-мельница», в которой и находится. А сама мастерская находится по адресу, который уже давно на слуху у творческих людей города. Улица Ленина, дом 31. Лариса Миронова, Денис Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».